Вот. А говорят, а зачем мы мини-технику такую маленькую делаем? Это же неудобно, это же пыль в глаза, в ноздри, в уши. А для того, чтобы доехать и почистить говно везде, сенца кинул, везде, где можно, в любую щель залезть. Тоже мне специалисты. Вот, как-то так. Воды добавилось в речке из-за дождей, просто капец. Такой уровень обычно по весне. Просто жескач, как льет. Ну вот, Андрей, примерно вот, сейчас покажу, да. Обычное сцепление, ролик, где он там, вот он. Это ковшик помыл. Мотор поставил спахать, но не успел, поэтому не снимаю. Вот колостой ход. Задняя передача. Не нагазовываю. Все. Тронулся, поехал. Медленно и уверенно. Без всяких там делов. Ну также он работает и на 7-сильном моторе, на холостом. Где-то вот надо затолкать что-то там. Вот. И т.д. и т.п. Грязище он на колеса наматывается, но это раньше. Вот, четвертая передача. Не нагазовывая ничего. Вот, смотри. Сцепление бросаю. И что он? И пошпилил на четвертой. Без газа, без ничего. Ну, дури хватает ему вывести этот момент. Даже вот в горочку немножечко. Сейчас вот в горочку. Тормозить двигателем, когда он с горки идет на первой передаче. И за собой я вот прицеп тащу там примерно, ну, зерна там 1,5 тонны в прицепе. Вот, тонна 200. Ну, такой прицеп я сварил. Меньше туда не вмещается. Включил первую передачу, из горка даже сцепление ременное держит вот этот момент, чтобы он не разогнался, не покатился. Вот сейчас будем подниматься чуть-чуть в горочку, чуть-чуть. Оно вывезет или заглохнет. Вывез. А вот это центробежное, ну это чисто для покатушек. Это просто погонять. Все. Для работы оно, на мой взгляд, оно никак не приспособлено. Вот такие вот дела. Лужи стоят. Вода уже не впитывается в землю. У соседа вчера вообще все стояло в воде. Он фрезой прошелся. Земля была мягкая, как пух. Потом она резко упала и стала как бетон. Я-то вспахал вот одну сторону. У меня здесь как-то еще более-менее. А у него просто стояла вода. Ну и у меня с этой стороны то же самое. Вот, вот оно преимущество обычного сцепления. Не надо нагазовывать. Ну, можно дать газу. Вот, как-то так. Ну вот. Все готово. Осталось обварить, обточить еще раз сварку. И можно будет отправлять.